Так, ребят, все, я к вам вернулся, через пару минут буду. Сейчас переименую я стрим везде, где нужно переименовать. Вещи тоже надо переименовать все вообще. Так, вот вещи переименовал, сейчас стрим скоро поднимется. Вот, и будем смотреть. Я пока пойду чаечек заварю, наверное. Так, ребят, сейчас я тут не чай, молочка немножко попью. Вот. И как раз начинаться будет все через несколько минут. Тут уже игроки начинают карты черкать, насколько я вижу. Сейчас я проверю Twitch. Twitch идет, отлично, сейчас на Team Liquid и добавлю куда нужно трансляцию. Сегодня будет НИП играть, между прочим, против True корейца. Вот, не повезло ему. Самая сильная пара у них НИП True. Ну, хотя тут с лузерами, как бы, поэтому почему бы и нет. Короче, ждем начала, ребят. Сейчас я через минутку буду у вас. Так, все, ребят, все съел, короче. Молоко так допью на стриме. Вот, это ничего там страшного нету. В общем, ждем мы продолжения. Так, пошел инвайт. Ну все, отлично, сейчас все начнется. Привет, Пикс, кстати, на СК-2 ТВ. Ну все, поехали. Ein против Чика у нас начинает первыми, ребят. Обратите внимание, вот у нас раз четвертьфинал, два четвертьфинал сегодня. 2 в 5. Ну, НИП True, конечно же, в 100 раз интереснее, чем Ein Chick. Лично для меня, для кого-то, может, и в это интересней. Вот, ну, это будет вторым матчем. Вот, и если успеем, мы еще на Life & Cup, возможно, пойдем, потому что там у нас 6 бо 3, я думаю, 6 бо 3, они быстрее, чем 2 бо 5 пройдут. Все будет еще от счета, конечно, зависеть тоже, как здесь будет идти все. Вот, ну давайте смотреть, в общем-то, не будем отвлекаться. Погнали. Вот как будет у Life & Cup плей-офф, я посмотрю там, что же будет. МСК это Чик, ребят, Тайна это баркод. Вот, короче говоря, ситуация такая, что сегодня-завтра будут 2 группы Life & Cup, плей-офф я не знаю, кого Life & Cup будет. Я надеюсь, что он с самыми крутыми матчами совпадать не будет, вот. Это бы было бы круто, потому что тогда бы мы бы смогли бы точно постримить бы плей-офф этот без напрягов каких-либо. Улучшение завершено. Так, ребят, ну что, прошу прощения, отвлекся буквально на секунду, а здесь происходит развал просто полный. Чика, Ein прилетает риперами и просто унижает, признаться честно. Я думаю, что это ГГ уже красному тирану, потому что ему просто нечем тупо отбиваться. Сейчас, посмотрите, у него реально ничего нету. Если бы еще не тормозил бы синий тир и нормально бы исполнял бы, было бы вообще замечательно. Так, гранаточка под Марика пошла. Марик падает, КСМки падают, гранат под них кидаются. Строится гелик, строится Марик еще один. Ну, толк-то что тут от гелика, от этого Марика? Марика сам сразу же фокусит, в общем-то, Ein. КСМки падают, ГГ пишет Чик, ребят, все, будешь отвлекаться, нахрен не буду, а то что-то я пока отвлекался, даже не прокомментировал происходящее. 2 прокси барака ранних просто и все, минус тиран. Привет, ботанишки. Привет всем, короче, братва. Захожу в игру. Так, ребят, кстати, да, на кибетике ставки есть, кому интересно. Есть как на Life and Cup, так и на так, а почему-то нету на Kung Fu Cup. Очень странно. Только на Life and почему-то нет. Нет, естественно, это не Life & Cup. Так, Ein повел 1-0, 2 прокси барак. Сейчас только что зарешали. Привет, К, привет всем. Так, ну что, ребят, разведал здесь Chick. Ein вообще не разведывал ничего. Но у Айна уже зато доделываются факта, собственно говоря. Чтобы особо умные не отвлекали тут. Так, первый гелик готов. Так. Ага, я подумал, что гелики марики, возможно, будет. Нет, это марики минки передроп будет. Так, марик 6 мариков минга полетело вперед. Привет, Эдон. Как же не прят, 4 КСМки уже потих, здесь минка по своим просто марикам стреляет. Короче, провал полный от Айна. Если в предыдущей игре наоборот провалился оппонент Айна, то в этой игре происходит с точностью до наоборот. Здесь рипером надо перезалететь бы вообще, по-моему. Вот, пытается, в общем-то, напрягать. Здесь минка выбита со сканом. Марик, о, вот почему минус застройки такой. Так бы вышел спокойно с этой стороны, а так все нужно обходить вокруг. Вот, ну, я что-то не устраивает, могу тоже до конца, ну, пильнуть. Я, правда, не знаю, до конца стрима выпиливается или нет это. Вот, потому что, как бы, что-то баны криво работают, если честно говоря. Так, Смедивак все-таки погиб. Короче говоря, в этот раз Chick начинает с гораздо более выгодной ситуации, чем в предыдущий раз. Здесь банша залетает, и мы... Куда он едет-то? Куда он сейчас едет? Вместо того, чтобы просто просканить, и ванша, она автоматом бы отдавала здесь. Потому что от циклона и викинга, я уже не раз говорил, ванша никогда не уходит. Так, причем Чик еще умудряется здесь контрхарас геликом устраивать, точнее даже два, может, гелика здесь были. Еще одна банша прилетает, начинает на мэне разваливать рабочих. Два КСМ уничтожен, но это смешно на самом деле, лимита уже на четверть больше вообще. Вот. Чертей сразу недовольных чем-то, я не знаю чем, поэтому будем решать вопрос быстро очень. 66-55. Пулемет, ну тут попытался Ein выйти, ничего не получилось в общем-то. Это что такое вообще? Реплей глючит, как в первом StarCraft, может кто-то помнит, иногда репки, когда битые были, ну либо версия не та, либо там еще какие-то причины, я не знаю, просто в реплее рабочие стояли как бы около базы и все, ну то есть игра не показывалась вообще с какого-то момента, так и здесь что-то у Айна просто рабочие стояли и все. Чик делает позднюю баншу, здесь пытается Айна напрягать, в общем-то. Банша улетает, выходит из ренжа скана, блин, циклоном не убить баншу, это вообще ж просто провал. Тут уже спокойно можно, на самом деле, мне кажется, выходить из игры, потому что это катастрофа полная, как вы видите. Скана нету и пока не бучу. 10 секунд до скана. Ну, здесь банши энергия явно раньше кончится. Циклон уничтожен. Просто катастрофа какая-то. Смотрите, что здесь банша натворила. Что же она натворила, но все-таки уничтожена в итоге. Вот. Все-таки она уничтожена. -98, -92. Боевые пока лимиты, кстати, близки очень. Они почти одинаковые, 40-44, но здесь тимпак, во-первых, здесь вот, сейчас продакшн увеличится очень сильно. Вот, посмотрите, какая кривая застройка. Танк вот так вот отсюда выезжает, здесь он нигде проехать не может, он едет вот так вокруг туретки и вокруг всей базы вынужден выезжать. Но нужно, ну, потому что если ты в StarCraft хочешь играть, нужно, чтобы все компоненты были у тебя отработаны, а такое тем более... Я не сказал, что это элементарный, правда, хотел сказать элементарный, это не элементарный, да, момент. Но если ты много играешь, уж как здание правильно ставить, нужно просто захотеть как бы именно. Можно их никогда просто не научиться правильно ставить, потому что ну, не обращать на это внимание. А можно просто захотеть... Кстати, блин, надо ставить здание грамотнее. Просто они помогали в обороне и не мешали наоборот там. Так, все будет работать. Так, здесь пришел Ein. Чик отбивается. Чик очень криво отбивался в какой-то момент. Но, несмотря на это, слишком большое экономическое преимущество здесь. И все очевидно. И стимпак уже готов. Армор инженерка для 2-2. движуха идет у нас. Выдвигается Ein в последнюю атаку, так сказать, добивать пытается оппонента. Но здесь уже 1-1. Правда, здесь тоже 1-1 будет. Здесь 2-2 заказано. Щиты, правда, что-то, ну, я не понимаю тиранов, которые на таку, у которых такой тайминг щитов. У него только на 12-й минуте щиты доделываются. В лопе, ё-моё, на 12-й в лопе, блин. Вы что, смеетесь, что ли? Но, тем не менее, они успеют доделаться, все в порядке. Переключили в время игры скоростные или клуб, к черту скорость. Скорость в игре фиксированная была всегда. Ты выставлял максимальную, все. А менять как бы, ну, в сетевой игре нельзя было. Так. Еще два медивака прилетает. Но при этом всем танков 8 штук и 2 еще вообще без медивак. То есть летают. Не знаю, что-то тянет у нас. Что-то тянет у нас Чик. В общем-то, не дожимает оппонента. Дает ему шанс вообще третью там базу занять. Сейчас только в центр приходит. Сканет, видишь, здесь он стоит. Короче говоря, боится драться. Но с другой стороны, зачем ему драться, когда у него сейчас вот атака, сейчас 2-2 через 30 секунд. Нужно вот эти ключевые грейды подождать просто и пойти тогда снести, в общем-то, оппонента. Привет, Славка, 88. Два-два доделываются. Лопающих мариков. Танки, точнее, свои. Но в итоге марики дерутся без танцити. Вот называется мертвый тиран, вот где называется. Просто преимущество пирамиду настолько было гигантское, что одни марики все убили. Вот что прикол. Ну, первый залп танков еще только прошел. Видели, танк, все вот эти штук 6-7 танков даже ни одного залпа не сделали в атаке. Так, захожу в игру. Так, на кибетике спросил, ребят, в общем, китайцев не хотят пилить, мне сказали, ставки почему-то, хотя не знаю почему, турнир крупный, как бы почему-то не запилить, но НИБ с True, наверное, запилят, как бы, я не знаю. Ну что, ребят, тут 1-1. И мы продолжаем учту смотреть Kung Fu Cup. Chick против Айна бьется. Два китайских тирана. ТВТ у нас. В первую игру Айн риперами, прокси-риперами Чика очень легко убил. Счет стал 1-0. Там вообще без шансов было даже отбить свои близко. Не мог Чик. Вот, во второй игре Чик выиграл. Ну, в такой более-менее макро. Но вначале, конечно, был провал. От Айна к нему приехали Гелик и Рипер. Или два Гелика и Рипер убили. Рабочих достаточно много. Контрдроп его... Минка и 6 мариков прилетели, и Минка своих же мариков задемеджила, они ничего сделать не смогли. Вот, причем при этом всем у Чика было более ранее ЦСшка, он получил им гигантское преимущество, убив оппоненту несколько рабочих, а сам имея и так преимущество, да? И так, а это что такое? Не, я, конечно, все понимаю. Для контроля карты можно ставить, но какой смысл в этой депошке, особенно на ранней стадии? Если ее спалят, ее моментально выбьет, да и на поздней тоже, как бы. С другой стороны, в принципе, как бы главное, чтобы сразу ее не выбили. Так, интересно, здесь еще депошечкой лабу на факте и на старпорте заблочил. Посмотрите, Чик Айну как заблочил, интересно. Здесь лаба на старпорте пошла, реактор на бараке. Чего он сразу так долго думал, непонятно, ставить лабу или нет. Здесь уже ЦЦшечка готова. Два гелика тут в ответ приезжают. Ну, считаете, два гелика ничего не сделали, одного убил, сейчас сам одного потеряет тоже. Вот залпы минус гелион. Так, депошечку спиливает все-таки КСМ-ками здесь. В итоге лаба бесхозная осталась. Нужно строить барак на ней, что и делает Чик, в принципе. А, нет, это Айн, прошу прощения. Чик синий у нас. Пошел марик, ну стимпак надо заказывать-то. А Чик в это время в баншу с инвизом выходит. Прилетает банша, заставит Айна врасплох. Да, в прошлой игре еще банша очень жестко у Чика. Да, я самый ключевой-то момент, когда прогорел Айн. Забыл, банша прилетела также и просто в это время кинул мула тиран. И где-то секунд 30-40 она убивала все подряд. Она убила 9 КСМ-то, несколько мариков, циклона. Просто колоссальный дэмэдж нанесла. Да и в этой игре у Чика тоже все хорошо уже становится. Смотрите, бараков добавляет. Зула тут 30 сэшек строится, Айн выдвигается в контратаку, но я не знаю, что он тут делать-то вообще может. Что-то Марик... Так, СМ-ка приехала, Марика никто не видел, циклоны мимо кассы куда-то поехали. Что вообще делает Чик? Так, ЦЦХ минус. Тут, короче, циклона отдает Чик спокойно. В это время Ein, правда, смотрите, своими танками очень и очень слабо напрягает оппонента своего. Ну, танк не уконтроливает, в итоге Чик отбивается. Да, цешку здесь ему отменили, вот он новую уже строит на хайграунде. А здесь ни о каких-то цехах речь не идет. Вообще как-то Ein, ну вот он победил риперами, а дальше как-то сумбурно абсолютно действует, честно говоря, вот в последующих двух играх. То есть в макроиграх он просто слабее, как бы более-менее, где не какой-то чист идет, типа этих риперов, а развитие хотя бы какое-то. Здесь контрдроп от Чика идет 16 мариков, которых вообще нечем просто Айну будет отбить. Он все в атаку ведет куда-то зачем-то. Так, танчик. Не, ну танчика можно попытаться отбить, конечно. Улетает Чик. А опять у Чика щиты на какие-то тайминги адские, вообще непонятно. Марика подрезал, Чики сейчас доделываются. 1-1 у Айна. Единственное преимущество, что грейды есть, армура у оппонента нет. Ну, без щитов здесь вообще без шансов все равно, как бы. То есть, вот он летает, что-то пытается нахарасить, но это как-то, честно говоря, не очень-то срабатывает. $121.90, тем не менее, по лимиту. Орбиталочка заморфилась. Ну, правда, опять орбиталочка заморфилась по такому таймингу, что прям под нее марики приходят. Ну, с другой стороны, что эти марики без... Ну, хотя не, один танк здесь есть. Здесь можно орбитал просто на ровном месте отдать. Здесь марики вперед двигаются, надо танк уводить. Ну что, 101-125 по лимиту. Золото бы надо вычинить, базу золотую, а то как-то у нее хп печально. Рабочих что-то часть увел, зачем он вообще вел? А, ну тут на газе остались, на минералах, да. Айн готовит последний удар, на Айн делает +2. Вторая, кстати, инженерка у него готова, может 2-2 заказать. И золото он начинает дистанс-майнинг, золото. Ну, кстати, еще можно что-то. Здорово, Акерич. Так, Энигма 2 рубля вижу. Посылайте подмогу! Посылайте подмогу! Пошел размен жесткий. Чик идет к Айну, Айн идет к Чику. Ну, у Айна меньше обороны на мейне здесь, и на второй базе, обратите внимание. Марики подходят на рампу, танки дропаются. Залп у марика прошел. Кстати, здесь тоже, правда, нечем особо остановить их. Не, кстати, даже не прав, ребят. Боевой-то лимит у Чика... Не, ну у Айна меньше, чем у Чика, но... Если у Айна сейчас доделаются 2-2... Это будет просто великолепно для него, хотя я вижу, что они не доделывают. Но атака на технику... А, атака на технику тоже не доделалась. Короче, инженеры сейчас упадут. Медивак упал тоже, что-то тут тупит вообще Чик. Он ловит бараки улетающие и не убивает грейды, а в это время доделываются, обратите внимание, Вторая атака, в итоге по грейдам ровень будет здесь все. А, вниз идет. Здесь сэшечку Чик делает новенькую. Ну, что я могу сказать? У грейдама одинаково, только у Чика атака на технику есть. Но это важный момент. 5 танков, 8 медиваков, 44 мариков, 10 медиваков, 4 танка, 38 мариков. В принципе, для ТВТ это не дикое преимущество. То есть можно здесь перевернуть реально. Ein дропнул со всеми, Чик рядом находится. Прикрывает свою факту отлетающую. Здесь СЦ-щика улетает, обратите внимание, между прочим. И у Чик... У Ein сейчас может что сделать? Ein может в легкую занять сейчас оборонительную позицию просто. И оборонять свою ЦЦ-ху вот эту улетающую. Все. Ему не надо нафиг... Так, а что ЦЦ-ха-то летает? Как же Ein сейчас? Какой он тормоз, а? Какой он тормоз? Просто тормозил оголимый. У него просто на три мула уже... Ресурсы есть, просто улети и выкинь мулов спокойно, абсолютно. Добывай, в общем-то, ресы и обороняйся. Пока здесь СЦ-ху отстроит, хотя у него на две СЦ-хи с другой стороны есть. Так, пошел замес, отходит Ein. Криво принял бой. Здесь несколько мариков уничтожено. Улетает. Не, но тут ГГ, скорее всего. Так, бараки здесь есть. Сэшечки есть. Три мула добывает. Хотя, с другой стороны, ну, кинул три мула. А дальше-то что? А дальше погодите. А дальше банши с инвизом будут строиться, между прочим. Тут что-то КСМ-ка тупит, ходит. Понятно. Кидай-то экстра саплай, какие мулы. Все, ресурсы есть уже. Надо мулы сюда кинуть. Мулов кинуть надо. Вот, экстра саплай полетел, наконец-таки. Сейчас еще депочка достанется, все ок будет. Находится сэшечку Чик. Ну все, банша сейчас будет строиться с одной стороны, но с другой сейчас цех погибнет и саплай блок также будет. Так, здесь депошечки пробривает Ein Чику. 51-71 по лимиту. Банша готова. Банша готова. Но здесь уже орбиталка. Вот в чем проблема. То есть здесь было 600 минералов запаса, как бы. Это важные были минералы очень. Так, ну с двумя баншами уже можно и понапрягать попытаться. Только нужно ими так контролить, чтобы точно не слить. А для этого нужно, чтобы еще и не было там, естественно, сканов. Ходит Ein, постоянно теряет мариков. Две банши летят вперед. Скан есть. А все, теперь нету скана. Так, погодите, КСМ-ки с одним армуром с двух залпов не умирают. Интересный прикол, кстати, не знал такого прикола. Банши не слабо здесь напрягают, я бы сказал. Я, может быть, ЦЦ-щику имеет смысл убивать в такой ситуации. Первый Майн сделал залп, но Чика намного больше. Давайте сольем баншу на 3 мариках, а? Мариков разнесло. Неужели Айн еще выиграет здесь? Айн переворачивает эту игру. Это же вообще космос какой-то. Просто царь вообще. Реально красавец, что я могу сказать. Просто Чик, ну, несообразительный у нас какой-то оказался. ЦЦшечку не убил оппонента. В итоге он начал добывать, надобывал на баншу. Банша и баншой здесь все развалил. Инженерки не было, сканов не было. Короче, катастрофа в итоге какая-то. А что делал Чик, вообще непонятно здесь. У него уже саплай-блок. КСМ к 0, то есть он из саплай-блока выйти просто не может никак. А, у него ЦЦ-щика только и есть, получается, да? Наш 15 лимита дает. Ну да, так бы была путь 1 депуха экстраплай, можно было кинуть. А теперь не экстра саплай, ничего не кинуть. Можно учить баншу, можно учить танки, можно еще банши построить вообще-то. Уже марики начинают выходить. Все, банша летит вперед. Здесь 1 марик есть, но он один... А, даже 2. Неужели даже 2? ГГ пишет Чик, заметил Айна базу. Такая игра... Веселая, конечно, была, смешная, я бы даже сказал, игра, но это ошибка Чика, у него все было вообще прекрасно в этом размене, но он дал оппоненту выиграть просто и все. что, ребят, 2-1, Ein ведет, поехали. Что же, в этот раз играют оба через газ первый, что Ein, что Chick. Интересно, как-то Ein депошки стоит, одну на рампе, одну вот здесь. Зачем здесь депошка? Чтоб снизу убили танками, всякими выходами. Ну, не знаю, мне кажется, с тираном не стоит так делать в ТВТ. Ну, ему виднее, он хочет вижн, видимо. С этой стороны залетают всякие дропы частенько. Может, здесь и здесь поставить, да, у тебя такая, в общем-то, периметр будет, да, вот до сюда. Почти как сенсор Тауэр, только не такой эффективный. Привет, Аникс. Ну, на кейбейсе True НИПа обещали дать, как бы, но я не знаю, дадут или нет. Вот, может быть дадут, а может быть и нет. Хорошо, тут Ein принимает рипера оппонента. Есть Гелион, короче, два рипера, Гелион идут вперед, а здесь ничего нету вообще. Хотя нет, два гелика заказано, но как-то, честно говоря, мне кажется, это не по таймингу немножечко. Сейчас риперы прилетят, они как минимум... Не, ну-ка, сэмпл заберут, не заберут, я не знаю. Ну, до геликов на рампу врываться, что-то тупит здесь. Так, гелик туда, точка сбора назад ставится. Они выходят, гранаточку на рампу кидаются, но вот вместо того, чтобы риперами залететь к рабочим, что-то затупил здесь. Как мне кажется, Ein не полетел. В итоге потерял инициативу, собственно говоря. Что дальше сейчас, что происходит? Мало того, что криво въехал в наглую наверх, так еще он риперов с геликами водил таким образом, что они только больше демеджа получили. То есть он специально как будто их под сплэшем там водил. Так, минусуется рипер. Два гелика Чика гонят одного гелика Айна. Здесь криво цешечка поставлен, но пофиг, тиран перелетит на туда, куда нужно. Здесь банша вылетает, скоро с инвизом будет. Ну, нормально, короче, разменялись более-менее адекватно. Здесь ЦЦшка, вот опять у Чика постоянно ЦЦшка раньше как-то по билду. Ну, Айн умудряется при этом его разводить на более поздней какой-то стадии. И что из этого выйдет, непонятно. Здесь инженерка строится, циклон и... Так, склон и викинг только в продакшне. Сейчас банша прилетит, и это будет минус рабочих. Просто несколько штук точно здесь на второй базе. Вот они сваливаются сейчас отсюда все. Ну, залетает. Я ему где контроль вообще? А вот. Сейчас контроль продолжится. Надо залетать. Марики идут. Против марики контроль начинается. Циклон готов. Уходи из рейнджа циклона, и все, надо уйти просто. Да, уходит из рейнджа циклона. На один развел скан, на второй развел скан. Еще одного марика минуснул, и вторая банша подлетает, а сканов-то... А не, будет через 7 секунд, будет скан еще один. Вот эта банша сейчас просто отдастся в итоге. Отлетел зачем-то, вместо того, что циклона дофукать, потерял. Все, здесь приехал гелик, короче, кто тоже на самоубийца какой-то отдался об юнитов. Че, он не видит, что ЦЦшка криво сидит? Вот даже видно же, она не прям на вот этой. Не по центру, как здесь, а вот, да, вот, конечно, заметил Ein. Пересадил ЦЦшечку нормально. И третья у него готова. Ну что ж, третья это очень хорошо. Не получилось Айну принять сейчас викинга. Ну, крендель тут. Засылают рубас. Спасибо, крендель. Сегодня пока только рублевые отметили. Спасибо всем, ребят. Помните все, что поддерживать-то канал надо, отключать от блоки на премиум, подписываться. По реквизитам в описании и через плеер поддерживать. У нас идет движуха. Ein занял третью базу уже. Пробивает камни. Ну, по экономике у него получилось все, чем у Чика. Причем Чик собирается какой-то двухбазовый прессинг здесь делать, который не сработает, скорее всего, потому что продакшн-то уже один. И тот же уже по зданиям, я имею в виду, по баракам. То есть сейчас 5 на 5 будет примерно. И при этом всем, там 3 базы, а здесь 2. То есть здесь можно грейдов больше делать и расширять еще продакшн сильнее. Так, армори пошло. Вторая инженерка не заказывается пока. Странно. Так, здесь пришел лайн. Дропнулся, бьет, строит Чика. Ну, почему-то танки не все же, очень странно. Короче, Айн здесь как-то поотдавался немножечко, отступает назад. Ну, по лимиту в плюсе, то есть у него заказ больше тупо сейчас. Армори делается, инженерка вторая не делается. Что за бред вообще? Инженерку-то надо подстраивать, медиваки подстраиваются, все нормально. Грейды вообще не заказаны, то есть нахрен тебе армори, если ты даже не делаешь единичку вторую. Армор имеется в виду. Короче, как-то похвалишь, и в итоге бред потом какой-то происходит. Ну вот армори, пожалуйста, а дальше-то что? Чисто одну атаку делать, что ли? Ну не знаю. Так, здесь танк летает, что-то непонятно. И здесь тоже делает. Отдает, собственно, на муве медиваке. Чик идет вперед, у Чика щитов нету, ну скоро будут щиты у Чика, ну у Айна тоже скоро будут. Медиваков 2 штуки. Чуть КСМ-ок вывел. КСМ-ки уже в замесе хотят участвовать, я так понимаю. 2 танка есть, скан идет. Не понимаю, почему танки-то так криво? Возьми ты их в медиваке. Танки что-то летают, вообще не понимаю, что творится. Щиты не готовы, сейчас будут готовы щиты у Чика. И у Айна, точнее, готовы, у Чика уже готовы давным-давно. У Чика больше танков, это ключевой момент, да, здесь как бы в этом замесе. Пошла движуха, щиты у обоих готовы, кривейшим образом Айна лап. Какой он кривой, а, какой ты кривой, ты говно просто, блин. Я извиняюсь. У меня нет слов, реально. Вот больше всего меня бесит в Старкрафте, когда взад-вперед бегают, а здесь классические просто взад-вперед, ё-моё, бегает вот этот бегатель, блин. Танки взял медиваки, тогда Каня засижена. То есть пропустил, суть была в чем? Суть была в чем? Пропустил момент врыва оппонента и в итоге начал нервничать и тупить еще жестче, как бы сливать еще больше. То есть вместо того, чтобы просто танки дропнуть прямо к его заходу, а это нужно увидеть, ну забегают марики, все, дропаешь сразу, все. Фронт сделал, стимпачнул, КСМок отсюда взял, со всех сторон накинулся. Шансы есть, похрен на этих КСМок, там двухбазовый улын. Отбился и все, как бы, ГГ. В итоге Айн еще раз принимает бой. Танки дропают в этот раз получше. Ну, у Чика что-то там много на лоу-граунде, и Чик продавливает просто нахрен оппонент своего. 2-2, ребят, нужна пятая решающая игра, как вы видите. Ну что ж, Kung Fu Cup сегодня напряжный какой-то прямо. Ладно, извиняюсь. Извиняюсь перед Айном. Ну вот это не оскорбление его адрес было, это была оценка его игры, того момента просто. Можно так сказать. Пытается он терпеть здесь, но все уже затерпел. Хорош. Не затерпел, точнее. Нажимает Чик. ГГ. Ждем пятую. Привет, булка. Ну что, все здесь, поехали. Такие дела, ребят, короче. Так, Оппозит Про 11 рублей на Сбер приходит. Спасибо, Оппозит Про. Не, ребят, извиняюсь, ты на самом деле не должен такие комментарии давать в таком стиле, блин. Но у меня реально пригорело. Ну вот это вот, что вот это вот. Ну, вот. Ладно, там с какой-нибудь другим матчапе еще, может быть, не так жестко было. Но под танками бегать, мариками туда-сюда, это же вообще просто дичь какая-то. Оппозит Про. День малого доната. Спасибо, ребят, всем большое. В общем-то, в любом случае приятно, даже по рублю и по всему там. Это все нужно, это все необходимо, помните. Ничего не пропадет мимо. Я точно не знаю. Так, что это такое? Вожу по главной. И что-то бах, такая тема. Так, оттащит. Нашел, что спросить, почему я играл именно за Некро в Diablo 2. Откуда я знаю, почему? Почему я вообще в Diablo 2 играл? Я вообще не понимаю. Вот. И в школе плохо учился. Был раздолбаем. Что, наверное, без отца жил, как бы, ну. А почему-то в Diablo 2, короче, играл. Я хз. И за Некро. Короче, не будем об этом. Я думаю, что бред. Улучшение завершено. Пристройка завершена. Так, оплатил премиум. Ну, ищи на мыле, либо на саппорт пиши. Я не знаю, в чем прикол. Вот. Все нормально, все оплачивают, все хорошо, как бы получается. Ну что, Чик против Айна бьется, ребят, давайте по игре, что-то я отвлекаюсь. Вот. Два рипера гелик у Айна тут приезжают. Еще гелик, еще рипер строит. Бункер уже есть, мариков 4 штучки. Немножечко подобноглел, я бы сказал, Байн. Великолепно контролят риперами. Сейчас Айн, нужно сказать. Грамотно Мариков законтролил. Да фокусни ты уже этого Марика. Все-таки зафокусил. Только себя чуть не взорвал. Так, вот еще одна КСН-ка здесь есть. Марики идут вперед. Гранаточку под них бах. Гранаточку под них два бах. В итоге контроль все-таки не был таким прекрасным, так, для... Вот. Ну что, подхарасил Айну, Чика отбился везде, у Айна на золоте цех оставится. Банша с инвизом делается и другие всякие технологии, големов вызвать. Там взрыв трупов был, железное дело, вот там халява. Проходить было реально халявно, в принципе, некромантом, да? Ну как, не то чтобы халявно, но... Не сказать, ну как бы, не знаю почему. Была такая тема. Проверь еще раз на мыле прямо и т.д. Тем более можно галочку ставить, что сразу активировался. Система наведения включены. Давайте что-нибудь взорвем. Так, здесь пробиваются камни. Короче, у Айна побольше рабочих, чем у Чика. Стимпак, щиты заказаны. Тут еще ничего не заказано. Здесь еще только ему, здесь еще бараки-то только добавляются. Короче, опережение у Айна очень-очень хорошее. Свикинг прилетает. Ну, с танком Чик тут... Айн, простите, все встречает. Чик пытался выйти. Нужно продолжать камни убивать просто, и все. Фига его в космос запустила. Кусок. Вот медивак циклоном сейчас очень четко Айн сбил Чику. Все, Харас еще отложил на некоторое время. И на 20 лимита он уже в плюсе, обратите внимание. Здесь депошечка для контроля делается. Бараков уже 5 производит. Здесь-то там тоже неплохо делается. Апозит проактивировал премиум на ваш канал. Спасибо, Апозит Про. Все за премиум все-таки нашел. Так, ДПОшечка падает. Пытается Чик вернуться сюда, точнее передвинуться, чтобы встретить айновский харас. Чей даже не харас, это выход такой серьезный. Но очень скоро стимпак будет готов. Щиты уже есть. Так, еще сюда выход идет. Кота, да, сейчас проверю. Тут уже, судя по всему, игра скоро кончится. Третий сэшечка занимается. Ну, некоторых, да, тяжело там было убивать. Я уже не помню, кого даже. Но тяжело, кого нет. Я помню, что кузнеца на реке Пламени, который варваров и паладинов просто адово напрягал, там телепортации, просто прыжки в жопу их сбивал молотками. Ты приходил, просто делал, кидал на него на голема раз-два, как бы, и брык, и отгнивал, как бы. Вот, ну, то есть там были такие моменты. Поэтому нужно вместе было бегать всеми. Так, 4, аж целых 4 танка встречают. В общем-то, не получается у Айна Чика тут задавить, но в это время здесь какие-то дропчики еще летают. Марики плюс танки. Че, зачем здесь два марика дропнуть? Вообще не понимаю. Значит, надо менять положение. Позицию сейчас Айну как-то, наверное. Чего там делать? Понятия не имею. Ну, пришел вперед, немножечко понапрягал здесь, попытался. Рейвеном также. Здесь летают все еще марики. Нужно вот отсюда. Просто смотрите, сколько. Вот здесь вот сковал всю армию. Выведет и вот этот прирост вот сюда. Куда ты туда-то идешь всеми, блин. Тормозила ты, блин, стопорила. Здесь марики есть. Просто сюда разложился под рампу. И все. Короче, дроп отдал в мясо. Все, уже Чик почти сравнялся по лимиту. Айн отступает. Так, здорово. Минкара 85. Спасибо всем, ребят. PayPal мне на письма, на мейл, на мыло не шлет в последнее время. Вчера тоже мне евро один кидал, человек не дошло. Сейчас я все проверю после игры, честно, не очень удобно, у меня не открыты эти все дела. Вот, а так вам громадное спасибо. Так, идет Айн вперед в очередной раз, поступ походит. Интер 95 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Интер 95. Спасибо всем за премиум, за все дела. Короче, здесь мышка пострелял, что-то пострелял. Так, кто-то лагать начал, ребята. Симпач Сайн отступает назад, дропают танки сейчас. У Айна больше, у Айна 30 сэшки, у Айна уже грейды пошли здесь, смотрите. Уже второй армор можно заказывать. Так, атак заказ, банша с инвизом, нет, банша без инвиза. Отступает Айн назад, а здесь-то третьей цецехи нету. Но на самом деле при таких играх плотных можно с мейной цецешки прилететь, просто и все будет окей. Так, банша минус. Что-то все бегают туда-сюда. Что бегают-то, не знаю. Ну, хотя, что делать еще? Посмотрите, на этой карте, тем более с такими проходами, никто не может сейчас проатаковать пока. В этом-то вся и проблема. Очень напряженная такая, в общем-то, стадия получается. Наведется марик один, чтобы разведать, что же там происходит. Непонятные вещи для меня сейчас делает Чик. Зачем он лезет вперед? Отдал мариков, отдал несколько танков просто. Так, причем уже Айн тут... А, у него одна инженерка, но две армори заколот дает уже... В итоге из двух арморей просто грейды делает по два грейда сразу на технику. Ну, почему бы и нет. Золото кончается, пылечку, но золото можно сюда перелететь, либо цеху новую поставить, газ-то добывать. Ну, какой газ? Ему газ уже не... А нет, это у Чика газа перебор. Так, заходит Айндер, уходит танки. Стим пачется. Автотурели выставляет неплохо. Правда, Марик как-то криво очень заходит здесь. Но, судя по всему, Айн все равно побеждает оппонент свой. Да, посмотрите, и Марики сейчас на танки дропаются. Танки сливаются. Викинги воздух весь законтраливают абсолютно. Ну, позицию занял. Полемит туда в плюсе. Но сейчас получается так. Здесь золото... Там золото кончается, а здесь начинает добываться. Может сейчас подрешать это. Так, ну пока затишье. Так, а вот уже и не затишье, вот давит Айн. Каким-то образом Чик подпустил его на расстояние выстрела до ЦЦшки. В итоге она берется в осаду, и все это, значит, добычи лишается Чик. И это очень-очень печально, ребята. Причем здесь прирост очень большой идет вперед. Так, а здесь еще... А, цеха с мейна перелетает, и отсюда можно перелететь. Тоже Чик понимает, что если ему... золото прогонит, он проиграет эту игру, идет вперед и проигрывает эту игру, потому что он не может отбить эту блокаду, ребята. Даже не прессинг. Так, Минкар 85, да, дошло 200 рублей. Спасибо тебе большое. Спасибо большое всем, короче, кто поддерживает. Сейчас Киви в райвере тоже. Так, все, да, все дошло везде. Отлично. Ну что, Ниба против True ждем. Спасибо, погодите-ка, так-то наоборот будет здесь. Что-то я запутался уже, ребят. Во. Все, все сделал. Всем громадное спасибо. Так, ну что, черкают True и НИП. Сейчас начнется движуха. Вот. Я даже переименую стрим. Матч очень четкий. Twitch тоже сейчас переименую. Расташарк активировал премиум на ваш канал. Бакибой. По-другому где можно было победить? Не понял, про что я говоришь. Там Ein всю игру вел, по сути дела, и дожал. Так, вот, Минкарт, ты мне пишешь в сообщении на Твиче, на PayPal дошло, я даже не... А я вот не понимаю, как на Твиче можно кому-либо писать, как вот я вот этого... Есть там игнор юзер, бан у меня, тайм-аут, модератором сделать, а как? А вот Виспер есть. А, все, понял, все, Виспер. Теперь я вкурил. А то я что-то не вкурил, да, этого как это делает. Спасибо всем за премиум, пацаны. Так, сейчас я на кипочке посмотрю, добавили ли НИПа все-таки или нет. Чё-то ни хрена не добавили НИПа, это печаль, ну ладно. Не знаю, развалит ли НИП, но я, знаете, я протус, как бы, я за НИПа, а True еще и кореец, тем более, ну. Вообще True НИПа разваливал, как бы, да, бывало дело там в Америке. Ну, посмотрим, посмотрим. НИП великолепен в последнее время и... как-то так. Ну, у китайцев, да, мне как-то уровень игры не особо сейчас понравился. Но, ребят, сейчас True НИП, как вы поняли, да, и это очень круто. Так, на PayPal мне письмо, кстати, не приходит. А вот, все. С запозданием пришло мне письмо от поддержки. А вчера человек евро присылал, вообще не пришло почему-то. Вот. Ну что, ребят, True как-то сходу тут Ниву газ на мэне навелил. Так, лейбл Kung Fu Cup, вот это спасибо, да, надо лейбл-то выставить. Что-то я сегодня подзабыл совсем про лейбл. Вот. Короче говоря, они против True бьются, здесь стеночка у Ниба, интересно. Так, вот здесь еще один пилончик, получается, должен быть, чтобы стенку закрыть. Все в порядке. НИП выбивает газ с нами по рабам. В плюсе очень серьезно. 32-23. Но утру уже золото. Утру что-то тут... Опа. Масса цилинги. Это... Так, погодите. Похоже на Солара стиль здесь. Передроп лингов и выбивание, в общем-то, рампы будет. Погодите, а почему НИП не закрывает стенку-то до сих пор? Я что-то понятия не имею. Вот он только сейчас закрывает стенку. Плюс 2 гейта пошло. Есть один единственный сталкер. Стиль с мазеркором. Где он там на мейне? Мазеркор готов. Передроп от True идет. Как же эти бичи задолбали уже, которые лингов этих передропывают, а? Так, мазеркором решил подсветить здесь НИП, чтобы овера выбить. Ну а у True уже миллиард лингов здесь на мейн прошло, я вижу. Все, линги забегают. Проблемы у Ниба гигантские, просто проблемы. Два старгейта на мэне. True забегает, просто начинает пробку развалить. Надо уходить пробками. Сталкер плюс Мазеркор идет сюда. Пилон сейчас погибнет. Я не понимаю, что не хочет сделать. Какой верчаж на дохлый пилон-то, ё-моё. Он там пару раз успел все выстрелить от пилона. Это печаль полная. ГГ пишет НИП, потому что у него и на второй базе здесь линги разваливали. Ну, а сверхагрессивный билд, я не понимаю, почему просто на этой карте не подстраивается. Минкар85 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Минкар85. Оп, на ГГ смотрю, ты пришел. Спасибо тебе. Так, ну что, True 1-0 повел. Ну, четко все True сделал, как бы развел небо, а что тут говорить. Не проконтролил, но это минус. Минус на этой карте, гигантский минус стенки не на Нексусе, а вот там вот дальше, как бы. То есть вот этот билд просто обузит все дело, как бы. Либо передроп лингов на ХГ, либо сгрызали эти с двух сторон, как бы. Зилка в спину и в лоб, и невозможность закрыть проход далее, как бы, вот, собственно, и все. Ну, я думаю, что не будут все такие игры быстрые, как бы, и посмотрим. Ну, True играет в Америке сейчас, он хорошо Нибо стиль знает, очень-очень хорошо, как бы, что он делает, подстраивается под него. У Нибу надо подстроиться под True тоже в том числе. Вот больше первый Нексус он не играет, во второй игре Гейт Газ, Нексус кибернетичка бил. Так, залетает овер у Нагу, здесь третья хата уже пошла. Пробка возвращается, понял Ниб, где True живет, даже не стал разведывать, как бы точно выяснять, что там и где. Так, желтая пресса меня на рубль поддерживает. Спасибо. Что-то рублевые тут мне аж на лицо залезли. Ну, это лучше, чем ничего. Спасибо всем. Привет, Ховард, привет всем. Так, 3 гейта у НИБа адепты. Опа, нету форсфилдов сейчас. Здесь беллингбас самое элементарное идет. Смотрите, НИБ беллингов видит. Нужна сентря срочно, НИБ. Варпи сентрю, пожалуйста. Варпится сентря. Успеет доварпиться? Успевает сентря доварпиться. Все, беллинги не зашли. Какой же этот True? Вообще, как он меня бесит своим вот этим... Блин, дрожит просто. Он вообще не хочет играть с НИБом макро. Он хочет СЗ и все, короче говоря. В первой игре СЗ, а здесь еще Б вот так вот зажимаешь. Б, короче. Ну ладно, что-то я хрень какую-то несу, ребят. Давайте смотреть, но реально. НИБ здесь отбивается. True непонятный тут беллингбас сделал. НИБ ставит роба. Нужно гейт отменять обязательно. Зачем этот гейт здесь нужен? Очевидно, что беллингбас продолжаться не будет. Даркшайн делает НИП, а здесь что? Здесь выход в экономику идет. Так, адептами пытаются они разводить. Прилетает сюда призма, выходит третий Некс. Но сейчас очевидно для меня только одно, что у них сейчас будет варпить просто дарков, видимо. Сливать аркончиков и тем самым как-то съезжать, в общем-то, с этой всей наглой его билда True. Дарки пошли, ни одной спорки нет. Это 1-1, ребят, абсолютно точно. Я думаю, что здесь ничего уже не сделать. Там беллинг взорвался один как бы на муве, да, там... Не на муве, точнее, а через X около дарка ничего не сделал. Не может ничего здесь отбить пока. Адепты на третий, телепортируются на мейн. На мейне что? На мейне дрона там блок стоит. Здесь врыв идет, оверчаж выставлен, пилд пошел. Линга подгоняет, НИП. Здесь придется отменять все, скорее всего. Либо варпануть дарков парочку штук нужно. Да, что и делает НИП. Бегай, пишет True. Ну, ответочка НИБа. Точнее, True сам убился от НИБа. Эдон поддержал ваш канал на сумму 400 рублей и сообщает: наконец жена к маме уехала, можно, старик, спокойно посмотреть. Спасибо тебе, Эдон. Бывает всякое. Смотри на здоровье, сегодня матчи хорошие, между прочим. Эдон активировал премиум на ваш канал. Сразу полетели зелененькие всякие штучки. Ништячки для меня. Спасибо тебе. Тичнарочкер поддержал ваш канал на сумму 200 рублей и сообщает: «Помни, что то ты какой-то нервный в последнее время, раздраженный. Мужик, давай повеселее, тебя же сотни людей смотрит. Не болей». Если тебе показалось, что я нервный по комментарию, что меня дражит то, что НИП делает Беллингов и Лингов все игры, то тебе показалось, как бы это все фигня на самом деле. Никакой я, может быть, нервный я всегда, вот, но не раздраженный сегодня точно. Ну а как ты знаешь, правило, ну, нормальные пацаны всегда на палеве, как бы, ну, как я не помню откуда это. Ну, типа того, как бы. Вот, но это шучу я, конечно, все фигня. Пошла третья хата, НИП тут некоторое время мешал, но все-таки потом заказал. True. Здесь у нас стандартный гейбиосник с кибернетчика. Так, Твайлайт тут здесь закон. Ну, это понятно, адептом скорость атаки. Так, Акирыч. Акирыч. Где учитывает? Ты про что именно говоришь? Где именно учитывает? Если ты про конкурс стримеров, так он с ноября начинается, пока вообще нигде ничего не учитывается, вот. И количества нет, не будет. Над схемой, как это все будет работать, пока думают. Я как бы за то, чтобы внести туда все параметры, вот. Потому что пока там, например, общих премиумов и рекламы нету, как бы, да. А я считаю это бредом, потому что это тоже заработок сайта, как бы, ну и... все-таки реклама, она есть у тех, у кого есть зрители, а не у тех, кто там продать жопу там за 200 рублей, продать еще что-нибудь там за 500 как бы рублей там и так далее. Ну, вот такой хрени, чтобы поменьше, ну, поменьше было, да? Я не знаю, что в итоге там намонстрят, ребят, признаться честно, без понятия. Так, адепт еще плюс 3, 7 адептов, это реально немало, на самом деле, на такой стадии. Сейчас они с глефами еще будут. Так, True это кореец. Комментатор читает сообщение, да. Ну да, так за поддержку всем спасибо, ребят, потому что не только на конкурсе нужно поддерживать. Мне на самом деле кажется, что это вообще зря все затеяли, как бы, потому что, ну, там какая-нибудь кривая система будет, много людей будет недовольных, как бы, и вообще нахрен. Ну, я посмотрю, если что в этом месяце будет, точнее, в том месяце будет. Потому что я очень такие темы вообще не люблю, чтобы в них участвовать, но... Раз типа система балансную собирается сделать, можно попробовать. Так, а где адепты-то? Адепты уходят, линги их поймали, 6 дронов всего лишь НИП развалил, True. Это реально маловато, здесь пилончики ставятся. Надо овера подбрить сейчас. Что и пытается они сделать. Адепт плюс СН3 пришли сюда, пред никотин X, пред 7. Так, забегает линги, овера упустил НИП. Ты ёпарасто... Как овера-то он упустил этого, блин? Оставьте всю пару адептов, добейте его с энтами, а? Ну, по рабочим чуть в плюсе, не по лимиту, по общему чуть в минусе. По боевому, соответственно, да, True впереди. Вот везде оверы висят. Я не понимаю, почему не... Вот он немедленный, но варпанишь ты одного сталкера, сбежишь ты. Чего он все здесь смотрит-то, летает, блин? Так, интересно, если так, погодите, а здесь? Здесь непонятно. Так, здесь видит маслингов НИП. Адепт не стали телепортироваться, True испугал НИП рабочих, заставил его покатать. Плюс 6 гейтов добавляется. Наконец-то сбивается этот овер, который, кстати, не видел гейтов добавленных, и это очень-очень хорошо для НИБа, естественно. Адептами постоянно разводит, плюс еще призма строится. Это какой-то с адептами врыв, что ли? Я чуть не понимаю. Короче, на третью НИБ телепортнулся, на вторую НИБ телепортнулся, на вторую не убил ничего практически. Ну, на третью пару рабочих убил, хотя здесь тоже пару убил. Ну, 4 адепта на этих действиях отдал. Так, не пойдет вперед. Гигантский гидодовар поделает. Здесь линги прибегают. Уверчаш раз выставлен. На здесь, на пилоны, на дальние будет уверчаш выставляться. True всеми в размен идет. Смотрите, лингами сейчас. Уверчаш же выставляются две штуки. Ну, НИБу надо варпануть в оборону хоть что-то. Сейчас пробки уходят с третьей базы. НИБ понимает, что True уже идет в размен в полный. Причем True выходить в лингов, в мутку будет. Надо проходить НИБу дальше скорее. Здесь дома сдержит он, конечно же, агрессию в любом случае. Но как он с муткой собирается биться, я имею в виду НИП, я не понимаю пока, если честно. Но у True мута на самом деле не самая ранняя, обратите внимание. То есть у него... Блин, ну их 14 штук этих чертовых муталисков. Заказано 2 сталкера здесь. Сталкеров нужно прикрыть, НИП прикрывает сталкеров, сталкеров прикрывает. Линги уходят до сюда, оверы падают. Саплай-блок. True 15 муталисков сейчас будет. У НИБа саплай-блок гигантский. НИБу надо быстрее заходить, разваливать. Но, знаете, в чем прикол? У True просто экономики сейчас не останется вообще. То есть, если этому то какой-то 3-демедж НИБу не сделает, то... Так, попытка выбить призму. Призму раскладывает НИБ. Варден шилдрублен. То есть, он просто дома сейчас может наварпить юнитов боевых, и все будет нормально. True, вот сейчас останется одна хата здесь, бомжовая вот эта. Нужно лейер убить, я не понимаю, почему не лейер не убивает просто. Убивай же ты этот лейер, черт. Так, шпиль может убить, имеет смысл. Да, шпиль НИБ убивать пытается. Так, линги пришли, но лингов здесь адепты просто в хлам развалят. Адепты еще и брулингов разваливают, надо лейер убивать. Чем не поставляет иммортла одного. Который прям идеально добивает этот лейер. А адепты ушли, что, лингами размениваются. Ну, с лингами они разменялись, а дальше-то что? Дальше, блин, сталкера делаются на мейне у НИБа. Сталкеров уже сколько? 16 штук, это минус True, ребята. Это факт, здесь ничего, к сожалению, Зергу Для Зерга, к сожалению, не сделать. Но я-то за Ниба больше болею, понятное дело. Пусть не корейцы тащат. Интересно, гейт снизу остался такой. Один-одинешенек. Мазерхор здесь есть. Короче, всего здесь дофига. Плюс сейчас блин доделается и Нип убьет, труп пойдет. Ну, здесь тайминг Ниба, у выхода Ниба был очень-очень четкий в этой игре, нужно отметить. То есть, True просто мута, вот была бы она секунд на там, ну на минуту, не, ну на минуту много, да хотя бы секунд на 30-40 раньше. И могло бы все быть по-другому на самом деле. Вот, а в итоге Нип наубивал все, чтобы хотя бы мейн выжил, и вот эта база у True, это совершенно другой расклад был. Смотрите, он и так-то плодится, как вообще в наглую плодится везде, да? Здесь выход идет, без призмы, причем даже Нип идет вперед. Дрончик тут подрезает. Причем вообще грейдов нет у Ниба по нулям, что самое интересное. Так, здесь один адепт остается. Что он остается здесь? Так, Нип что-то блинкается. Гвардиан врублен. Два филда пошли, не нужно филда, лучше Гвардиан еще бы один врубил, мне кажется. Ну там, чуть-чуть лингов задержал, может быть. Сталкер что-то из дома не выдвигается. Сейчас можно и взять бы вот эту группу было бы, да? Хотя, по крайней мере, на третью базу с ними выходить. Здесь просто бесхозные оверы висят, которых не просто пробревают пачками здесь. Ну, саплай блока у True пока не будет, только пока. Потом-то может и быть. Вот сейчас через одного овера мог бы саплай блок, да, наступить. Тут Нип идет куда-то вниз. Куда он идет-то? А, он с двух сторон приходит на True. Ну, все ясно. Так, здесь пару лингов подрезает. Здесь у нас адепт, в общем-то, разведывал, где же базы. Но Нип видит только вот эту дальнюю. Сейчас заходит. Надо сталкеров синхронизировать, чтобы они соединились. Да, Нип за минеральную линию заходят. С этими подблинкнуться надо замес сюда. Что Нип сделал в итоге? Короче говоря, потеря... Хочу потери посмотреть. Потери вы видите. Ну, кстати, Нип тоже достаточно много потерял. Так, сегодня не успел ходить. Я не на курник никуда с утра, блин. Вечером пойду. Кстати, что сегодня у нас будет вообще вечером? Так, захожу в игру. 2-1 не повел. А вечером у нас будет... Так, Team Liquid что-то не открывается. А вечером у нас будет... Так, Лайфенко еще, кстати, достаточно много осталось игр. Блин, ну Хира все отыграет, короче, на Лайфенко. Только позже успею. Сегодня остался Корсар Кап вечером. Не, ну Корсар Кап можно посмотреть. Просто такой некрупный турик. И там только рестрим, вот в чем проблема. Ну, пока я вообще там особо никого не вижу, при этом из наших. Возможно, ребят, знаете, как я сделаю? Сейчас мы досмотрим вот этот матч, досмотрим лайфинг. Я пойду немного, ну, позанимаюсь там, на турник схожу. вот, на стадион. И в итоге приду просто, чуть поиграю в Пэй, посмотрим Корсар Кап вечером по приколу, все, смотреть больше нечего особо. Так, 3 хаты пул билд у Ниба. Ой, у Тру, простите, у Ниба не может быть. 3 хаты пул, ведь он же проц. У Ниба Нексус первый. А, здесь просто это это осознанные 3 хаты пул были, потому что пришел Тру и заметил этот билд, да, Ниба как бы. Ну что же, макро-опенинг. Ну, Тру может СЗ зажать в легкую просто после такого, как бы, и, ну, от этого никто не застрахован. Кстати, интересная стенка, вот это, обратите внимание, нибовская. Знаете, как можно ее делать? Вот смотрите на этой карте, видите вот это соединение чик-чик, и он ставится ровно сюда, так чтобы вот это вот была штучка видна, как бы, то есть вот позиция пилона можно вот так вот определить. Раз-два, но обычно кибернетку сюда вроде ставили, как бы здесь проход был. А здесь как заблочить проход, я вот что-то не понимаю. Сейчас посмотрим, как НИП сделать такой жирный, конечно же, он не будет оставлять проход. Так что для тех, кто играет, берите, учитесь как бы таким моментом просто. Ну, сразу, может, не сделаешь, но пару раз на карту без оппонента зашел, просто вот так поставил, проверил, да, попадаешь, как бы, раз 5 сделал, как бы, все, у тебя уж потом на автомате будет все ставиться нормально, как бы. Вот. Ну, если нужно привыкнуть просто, да, поначалу. Могут быть косяки, потом уже не будет. Адепт Сталкер. У Ниба в гейтах здесь 3 королевы заказано у Тру. Так, как они и Ниба на Каспакапе. Ну а как ты можешь оценить игру, когда просто не кореец разваливает всех корейцев и в финале 4-0 еще побеждает? Ну, по-моему, очевидно, как бы на отлично, да, как бы там игра Ниба была. Если не сказать больше, тут как бы никто даже не думал, что так будет. Так, от Ниба пуша, смотрите, на адептах. Пуш очень интересный. Причем Тру этого пуша не видит тупо. Тру строит рабочих просто масс. А у Ниба адептура тут снизу появляется. Так, причем Тру, кстати, видит это все дело. Так, а рабочую призму будет заказ? Заказана призма. Овер висит, кстати говоря, палец. Тут все происходящее, в общем-то. Нип выдвигается вперед, 3 пилона плюс добавлено, надо бусты переставить куда-то в другое место. Сейчас масс-роучи здесь. Сдается мне, что Нип как-то откровенно этот пуш нагло делает, как бы, и мне кажется, он может не получиться тупо сейчас, потому что здесь масс-роучи достаточно трудно добавить, как бы. Хотя, с другой стороны, это то, что любит делать Стрэндж, тоже это врыв с дарками, после хараса адептами, да? Часть тогда подходит, часть здесь уже стоит. Постоянно двигаются иллюзии там. Еще один пилон у него добавляется. Нужен варп. Здесь лимита маловато для варпа, я бы сказал. Сейчас еще варп пошел. Адептов сколько? Адептов 20 штук ровно здесь. 10 штук, 15 роучей, 26 лингов. Ну, я не знаю, прямо, честно говоря, на рампу может зайти Нибу. Нип на рампу не заходит. Нип заходит на 3-ю хату сейчас. Утру шпиль делается. Так, контроль начинается с призмы здесь. Нип в иллюзии посылает, законтраливает неплохо. На развороте с третьей хаты. Бой принимает, телепорт меняется. Еще адепт товар пошел. Ведь Даркшайн есть, еще адепт товар. А, здесь уже оверсир летает. Вот почему НИП даже не пытается Дарков порпануть. Потому что здесь летает оверсир. Так, может ли НИП развести здесь труп? Заходит частью адептов на мейн. Частью на третьей базе. Хату пытается фокуснуть, но хату не так просто оказывается фокуснуть-то здесь, да? Так, здесь адепты криво телепортируют. Здесь надо разводить 80-117. Нет, тут как-то не провалилось эту игру. Здесь уже шпиль, здесь уже внуку свич может быть. Короче, похоже на глава вообще. Там два муталиска, чтобы призму сбить, строится утром. Не, ну тут я думаю, что поражение здесь вообще, я даже без понятия, как именно НИП собирается выкручиваться из этой ситуации. Не, можно попытаться выйти в экономику, да, но если он отдаст этих адептов, это вообще катастрофа будет. По рабам-то пока ровно, обратите внимание, грейдов утру никаких нет, как и у НИБа, то есть для НИБа это хорошо. Нужно сваливать адептами, просто стараться сейчас уйти, как бы, и не отдавать ничего. Там муталиски масятся, их уже две штуки, 3-4 добавляются. True вообще решил масить мутку, похоже. Так, здесь адепт что-то тут. Куда они идут-то на муве, НИП? Что ж, слепой летит ведь призмы прямо над юнитами True. ГГ пишет НИП, понимая, что... А почему он? Почему он? А, ну там слишком много боевого. Но, как мне кажется, с его уровнем рановато так ГГ писать. Тем более, блин, бы сейчас был мутку. Можно было подогнать, попытаться. Что-то сегодня прям на Kung Fu Cup напряжно. 2 бу 5 и все по максимуму игр. Что там на лайфенге, давайте глянем. Хира Джейши выиграл, Хира Кина выиграл 2-1. И Хира с Риангом бьется 1-1. Дальше Рианг Джейши, Рианг Кин, Кин Джейши. Ну, я бы Хира, конечно, больше хотел бы посмотреть, но ничего не поделаешь, он первым играл. Стрим ни хрена не хочет начинаться. Варди. Что, уже кончился лайфинг, что ли? Да не, не должен вроде кончиться он был. На вы, ребят! Смотря эти крутые игры, помните, поддерживать надо меня и мой канал, естественно. Подписывайтесь на премиумы. Отключайте отблоки и, естественно, по реквизитам или через плеер поддерживайте меня и мой канал. Карта «Решающая станция Досан». Давайте смотреть. Чё, карта такая решающая, блин, дикая, прямо я бы сказал. Два гейта на проходе. Так, у НИПа 2 гейта заказан зилок. Зилок это так. А, Рианг уже выиграл Хира. Ну, на пару бо-3, наверное, мы успеем еще заскочить, я так думаю. Более, скорее всего, чем пару. Так, адепт у НИП заказан. Делка отменил, заказал Нексус там на мейне. Естественно, True перевел всех работ... Ну, не всех, а 8 рабочих на золото перевел. Абсолютно верное решение. Я не знаю, почему 12 сразу не перевел, что максимальная добыча начала здесь. Ну, и это решает. В итоге добыча вышла, он на сколько? На 2 сотки сразу, хотя рабов столько же. Так, адептура идет вперед. 2 штучки, 2 адепта. Ну, они ничего здесь не сделают. Лингов как-то многовато у True здесь. Так, что не... Криптумор-то не убьет, ё-моё. А, он из-за королевы. Считаю, это жесткая НИПа ошибка сейчас. Просто тебя перед носом ставит криптумор. Он еще хп не набрал. То есть первым залпом можно взять, убить его. И НИП что-то тупо резит, как бы ничего не убил. Так, а здесь что? Почему рабов не ворвался? Решил адептов НИП не отдавать. Иллюзии посылает еще раз. Ну, True здесь 12 лингов построил НИП за это время аж на целых 5 рабочих. Плюс оказался True делает 6 рабов сейчас. Как раз-то разница. Так, один адептик в тыл пойдет сейчас за золото, я так полагаю. Куда они телепортнулись? НИП, что ты делаешь? НИП, что ты делаешь? Черт побери. Такая ошибка сейчас была смешная. Вот. Ну что, адептомсом золото надо подблочить, конечно, сейчас. НИП телепортируется домой, линги золото сейчас пробьют. Заходит НИП, тут надо было быстрее, как можно быстрее это золото блочить. Хорошо, ты успел здесь. Дрона увести. Ну, хоть насколько-то подблочит НИП, НИП золото True. Адепт уходит. Третий хат запилена, здесь стеночка готова будет сейчас. Так, этот пилон... А, вот здесь проход есть, все в порядке. Я думал, что НИП вообще здесь прохода не оставил. Один адепт на этом проходе остается, гейты открываются. Адептом скорость атаки сейчас будет готова. Нет, все-таки проходу здесь не оставляет НИП вообще, в принципе, я думаю, это правильно. Но вот как выдерживать Беллингбаста при таких вот, на такой карте, где их можно с двух сторон ожидать и не знать, какую именно, да, как бы. И при... Так, ну лингов вообще много у True сейчас будет. Так, гейты не бустят. Еще пошли адептики в варпе сейчас. Сколько их? 10 штук. 10 это много, действительно. Но нужно ли так опрометчиво на крип врываться сейчас НИПу? Он врывается. Бейнов он пока не видит. Вот сейчас он увидит Бейнов, он увидит, что здесь очень прям много лингов добавляется. Адепты не телепортируются никуда. За золото, за крип нужно встать, конечно. Вне крипа будет True тяжелее здесь убивать все. НИП не сплетанул адепт. Это косяк, это... Такого я не ожидал ужасного размена. То есть НИП просто ничего не сплетанул. Потерял все в секунду вообще. Ну, это катастрофа для Протца, я бы сказал. То есть он потерял весь атакующий потенциал в начале вообще. И ему сейчас тяжело выйти на третий Нексус. И путь выходит, конечно. У него рабов больше было, да, чем у True. Но как ему оборонять-то этот Нексус? Смотрите, как Линга здесь бегает. То есть НИПу надо было либо уйти, либо что-то попытаться сделать. Так, Филд на рампу пошел. Еще один Филд сендрю здесь. Филды, конечно, вот в этом плане во всех микромоментах НИП великолепен, ничего не скажешь. Но вот сюда, когда он ушел, ему нужно было вовремя просто уйти вообще далеко. И здесь вот как-то расплититься, чтобы минимизировать дэмэдж бейлингов. Но, понимаете, в чем дело? Когда адептов 10, а собак 30 плюс бейлинги, вопрос в чем? Или если ты расплечишь еще жестко, собаки жестко окружат их и будут грызть эффективно адепт. Если ты не расплечишь, то тогда адепты взорвутся на бейнах. Так, здесь оверы залетают. НИП на мейне призмой прилетела, адептами просто шатает True сейчас. 7 дронов минус. Здесь сталкеры, кстати говоря, 3 штучки. Но здесь бейлинги, линги врываются. НИПа нечем ответить на эти бейлинги, линги вообще. сталкеры окружены сейчас будут. Ну, кстати, не так уж просто окружить их оказалось. Уходят рабочие. Так, здесь уверчаж будет вообще. Верчажа нету, рабов надо сплетануть. Сталкеры как-то медленно, но верно там отбиваются, вроде как от лингов. По рабам не вплюсим, чуть по боевому лимиту катастрофу. Золото в итоге сейчас Тру отменит Нибу, скорее всего. Роучи уже какие-то поперли вперед. Нип, кажется, сливает 2-3 в Тру сейчас, бомжу этому, блин, галимому. Ладно, шучу. Нормальный игрок. Игрок сильный, просто сверхагрессивный, но, блин, Нип такие ошибки делает против стиля Тру. Это жесть вообще какая-то. Причем он большинству игр просто СЗ отыгрывает, СЗ байлинги. Но какая разница как, если эффективно, если побеждает. Это хорошо. Значит, работает, значит, игрок умеет играть. Вот и все, как бы. Не раз я об этом говорил. Просто я, конечно, за Ниба. Так, погодите, куда я вошел? Но у нас с лузерами будет, как бы, этот турнир, поэтому... Короче, не знаю, что там с серверами, что завтра. Блять, какой Life & Cup-то, блин. Просто лайфенг. Чё он вообще пишет-то мне? Какая наглая система. Ну, карты подрешали, да. Естественно, победители не судят, особенно в игре, особенно везде. НИП против Айна будет в полуфинале, ой, Тру против Айна. НИП слил, ну а что поделаешь, лузерах будет биться. Ну что? Стоп-старт, пожалуй, делать я не буду. Хотя не, давайте сделаю. Тут задержку можно поменьше, 90 секунд поставить. Короче, сейчас через 2 минуты, вот я это скажу, стрим упадет и поднимется через 90 секунд, через 1,5 минуты еще. Ждите. Вот. Сейчас я проставлю, как бы от последних слов, через 90 будет.